Этим утром в квартирах Ярового стояла морозная свежесть. Ночью на местной ТЭЦ произошло технологическое нарушение – образование свища на участке тепловой сети в помещении станции. Глава города Владислав Шилов сообщил об этом в своем телеграм-канале в 5 часов утра и предупредил, что на время ремонта температура в домах может опуститься. Работы по восстановлению координировал глава города Яровое Владислав Шилов и министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка. На время проведения работ котлы теплоцентрали из строя не выводились. К 7 утра на котельной завершили сварочные работы и начали заполнять систему. Тем не менее, жители сообщили нам, что утром почувствовали в доме прохладу. В таком режиме жители провели несколько часов. Только началась зима, вроде бы уже первая поломка. Как бы не очень-то приятно, потому что мы платим действительно очень большие суммы по сравнению с Барнаулом. И как бы хотелось... Наверное, чтобы уже в конце концов что-то наладили там. Зима вся еще впереди и как-то страшновато. Волноваться с наступлением зимы людям бы не хотелось. Напомним, с января 2019-го почти 2 года в Яровом действовал режим ЧС из-за проблем в теплосетевом комплексе города. В 2022-м началось масштабное обновление ТЭЦ. К ноябрю этого года там обновили котлы, оборудование и 1500 километров теплосетей. На это было потрачено больше 200 миллионов рублей. Но пока зимние аварии на котельной не дают о себе забыть. Анастасия Дороган, «День с толком».